Друзья, обязательно услышьте, если он будет участвовать, она будет считать, и будут фальсификации, нельзя идти на участки. Во-первых, мы приглашаем всех желающих на выборы 9 августа. Участвовать в этом нельзя, будут фальсификации, не ходите. И мы призываем всех граждан Республики Беларусь прийти на выборы 9 августа. Наблюдателями быть можно. Приходите на участки, регистрируйтесь и сидите там, смотрите. И вам будет плохо, я видел на Ноябрьских. Когда на участок всего пришло 15% избирателей, а рисуется 74% явка, плюс-минус по областям. На что вы надеетесь? На что надеются те кандидаты, которые пойдут? Нет, мы не останавливаем спроб. Попыток, я прошу прощения, да. Но дело в том, что... Задумайтесь, искренне они или нет, если это кругом обман. Голосуйте за Светлану. Я уже просто говорю, может быть, вы не услышали, ну, что да. Если Александр Григорьевич будет участвовать, а Лидия будет считать, то никто белорусов на избирательные участки не позовет. В той или иной ситуации мы со своей стороны нацелены на то, что в течение 3 недель активизировать людей для выражения своей гражданской позиции и чтобы они пришли на выборы 9 августа. Там фальсифицируются выборы, никто не позовет, я не позову. И мы призываем всех избирателей Республики Беларусь присоединяться и Светлане голосовать за Светлану. Никогда, поэтому его не будет и ее, пожалуйста. А этим людям, которые фальсифицируют выборы столько лет, какая может быть вера? Те кандидаты, которые говорят, что надо идти на участки избирательные, у меня большой вопрос вообще, на чьей они стороне и на что они надеются. Лен Пугачева, тут бай, и все же вы все время повторяете о какой-то победе. Победа это сколько? 5% нарисованной цифры или сколько? Ну правда, совершенно непонятно, выборы будут сфальсифицированы, это очевидно совершенно для всех. Что вы будете делать дальше? Вы все время говорите о какой-то победе. То есть мы будем все делать возможное для того, чтобы сделать эти выборы легитимными. Всем понять это, единым фронтом идти 9 августа на выборы. Мы все живем во лжи. Стоп, таракан, надо с этим кончать.